Роландом, который идет вторым, и Мэри почти 3 секунды, а вот дальше все интереснее. Смотрите, вот он Мэри, и вот он Сергей Сироткин. Ну, около 7 десятых так и держится между этими ребятами. 12 у них еще есть для того, чтобы договориться, кто же все-таки финиширует на подиуме. Думаю, что Роберто Мэри, он просто более, я бы сказала, эмоциональный, ну, в силу своего происхождения. В силу того, что испанцы вообще более эмоциональные, чем россияне. Особенно такие спокойные россияне, как Сергей Сироткин. Поэтому я думаю, что Сергей догреет, доведет до последнего, до точной совершенно возможности обогнать. И тогда, наверное, только пойдет в атаку. Вот это самое яркое сражение на трассе Нюрбург-Ринг. Я напомню, это арена 6-го этапа мировой серии Рено. После этого мы сделаем паузу, возьмем паузу, съездим вместе с мировым Рено в сентябре в Венгрию, затем побываем во Франции и завершим традиционно, как всегда, на трассе Моторленд-Арагон –